контейнеров у нас остается. О, фиолет, 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 фиолет. Двойной защиты. Ух ты, нифига себе. Что? И, конечно же, ребят, не забываем про конкурс на боевой пропуск. Подписочка, лайкосик, плюс комментарий в описании. И как только 300 лайкосиков у нас набирается, сразу мы делаем розыгрыш данного боевого пропуска. всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Как вы поняли, данный видеоролик пойдет на тему получения 2000 звезд. Да, наконец-таки я уже добиваю второй аккаунт, это значит, что у нас уже 4000 звезд набито. За это, я думаю, что достойно, аппетитно, сочно, нагибаторски стоит прожать вам палец вверх. Ну и давайте сразу по дефолту, по стандарту на таких видеороликах запускаем конкурс на боевой пропуск. Как только на данном видеоролике наберется 300 лайков мы разыграем э, в описании под данным видеороликом. Э, боевой пропуск, все, что вам нужно сделать ради выигрыша и ради вообще, в принципе, участия, это подписаться на канал, поставить лайк данному видеоролику, ну и, конечно же, не забывайте написать свой никнейм в описании, вернее, в комментарии под данным видеороликом. Но ну, а мне осталось всего лишь две звезды. Сегодня мы получим 2000 звезд. Посмотрим вообще, как аппетитно или не аппетитно выглядит наше сочетание на чемпиончике, на именно таки на ветеране, на призовых красочках, как смотрится вообще Хорната Рельса Легаси, потому что у нас до этого вооружения данного не было. Я на это все дело, конечно же, посмотреть не мог. Ну а сейчас мы все это дело получим, посмотрим, ну и, конечно же, откроем контейнер. Что же я могу сказать вообще по поводу данного аккаунта? Насколько сложно Здесь было бить звезды. В какой-то степени я вам могу сказать, что было все довольно-таки просто. Не было каких-то э, безумно там сложных каток. Как, например, было на нашем э, мульте на армии Там э, звезды обстояли ну, намного тяжелее. Все это дело происходило. И в каких-то моментах было явно неприятно играть. То здесь на основе все довольно-таки просто. У тебя есть бустер, у тебя есть мой любимейший, конечно же, страйкер, который нерфит, перенерфит, но он все равно продолжает нагибать и меня радовать. Никаких проблем особых я в набитии звезд вообще не чувствовал. Много каток с досрочкой, много именно таких всяких интересных вообще, в принципе, матчмейкинговых боев я встречал. Даже и потные какие-то были. Но с бустером не страшны вообще, в принципе, проблемы с опытом. И, наверное, где-то в 90, может, даже в 95 случаях я брал по 6 звезд с каточки. Это значит, что была определенного рода стабильность, никаких... Э очень больших именно таки затрат на данный аккаунт у меня не потребовалось. То есть, если сравнивать набитие звезд на данном аккаунте и сравнивать звезд, набитие звезд именно таки на мульте, там времени было потрачено намного таки больше и в какой-то степени было тоже не совсем приятно. Сейчас мы катаем каточку довольно-таки простую, я думаю, что даже мы здесь, пол... у нас получится даже завершить данную катку досрочно, и в какой-то степени я, наверное, хотел бы еще в этом видеоролике сказать то, что это еще не все. Это, наверное, тот самый челлендж, в котором мы будем набивать не 4000 звезд, не два аккаунта, как мы делали всегда, а будем пытаться, я надеюсь, что у меня это, конечно же, получится, набить на третьем аккаунте еще 2000 звезд, ну а какой будет этот аккаунт, вообще с какой историей, что мы там будем делать, все это вы узнаете уже в следующем видеоролике. Вы можете просто сейчас попробовать угадать, какой это будет аккаунт и для чего я вообще бью еще 2000 звезд. Вы понимаете, что как бы, ну, у меня особо много времени нету, и в какой-то степени даже, ну, такого сверхжелания у меня бы не было бы набивать данные звезды, но есть одно большое но. Ну а тем временем мы набиваем уже 2000 звезд. У нас становится их 204. 2004. Мы залетаем, конечно же, в гаражи, конечно же, одеваем уже мой излюбленный хоречек Легаси с рельсой и смотрим вообще, как это все дело будет выглядеть. Я думаю, что даже стоит быстренько приодеться и... Зайти именно таки в катку, посмотреть, как оно выглядит именно-таки на данных красках. Я думаю, что оно довольно-таки достойно должно быть. Но это прям ностальгия, ребят. Но если еще дрон выключить, но ну это вообще круто смотрится. В ветеране. Я, как сейчас, помню, когда ребята играли на таком вооружении. Это было довольно-таки круто. Без дронов, без ничего, вообще просто сочно смотрится. И даже с теми округлениями, которые имеются, это выглядит довольно-таки достойно. А что у нас вообще, в принципе, по чемпиончику? Давайте в чемпионе оденем. Ну, в чемпионе тоже довольно-таки солидно, довольно-таки солидно, но в ветеране как-то более-более-более аппетитно смотрится. Вообще, что вы думаете по этому поводу, напишите в комментарии, на какой краске вам больше нравится именно-таки данное вооружение на каком бы вы э, именно на какой бы краске вы бы смотрели на все это дело. Давайте залетим, наверное, в каточку, не? Просто так чисто почекать. Быстренько создадим, зачекаем и откроем уже тогда наши аппетитнейшие контейнеры. Создаем каточку, быстренько все делаем. Без особых главных проблем. Так. Я бы, конечно, все это дело с радостью бы поснял бы со спектатора, но благо у меня, вернее, к счастью или к несчастью, у меня именно таки данного вооружения, не, вернее, какого вооружения, что я несу. У меня нету данного спектатора, и я не, не могу вот так вот просто аппетитно сверху все на это дело, конечно же, посмотреть. Ну, достойно, достойно. Именно этого я и хотел, в принципе, иметь на своем основном аккаунте. Я думаю, что с данным-то вооружением мы намного-таки чаще начнем играть нашу хори рельсы на моем основном аккаунте. Ну, а теперь переходим к открытию контейнеров. У меня накопилось более 30 штучек, и вообще посмотрим, что нам сегодня с них дропнет. Будем надеяться на что что-то крутое. 59 у нас вообще недельных контейнеров уже накопилось. Я думаю, что как только мы... Недельных соточку накопим, уже что-нибудь откроем. Посмотрим вообще, сколько там может дропнуть. Ну а сегодня открываем тридцатку простых контейнеров. Первый контейнер явно был какой-то неудачный. Давайте открываем второй. Второй у нас тоже э, с белочкой. Именно таки с белым свечением. Третий 100 всех припасов. Припасов у меня, блин, так мало, что мне аж э, решило их подропать. 125 мин. Понятное дело, ничего, в принципе, сверхъестественного я здесь не видел. 125 двойного защиты. Давайте пятерочку откроем, посмотрим вообще, может что с пятерки дропнет. Может что-то с контейнеров этих хочет упасть мне. Х2 и десяточка и 100 всех припасов, ясно. Понял, не то, что я хотел, явно упало. Я надеялся увидеть здесь немножечко другое свечение. Ну ладно, давайте открываем по одному. 3,5 тысяч кристаллов. К слову, 700к у меня всего лишь на данном аккаунте имеется. Много кристаллов было потрачено именно таким на... Э Синие шары даже тем же ребятам, которые я дарил. И, в принципе, я ни о чем не жалею. Кристаллы мне по большей части на данном аккаунте не нужны. А вот если бы какая-нибудь красивая, может, красочка или скинчик, тот же Striker XT, может быть, выпал. Потому что сегодня у нас появился, к слову, в гараже Striker XT. Если бы мне он сейчас бы дропнул с этих 17 контейнеров, я был бы безумно рад. Потому что пока что у нас не планируется Striker XT именно такие в каких-то челленджах в ближайших, понятное дело, что через какое-то время он, скорее всего, будет и он появится, но пока у нас его не имеется, и если бы он бы мне сейчас прямо-таки здесь дропнул, я был бы безумно рад. 50 батареек, но это явно не то, что я хотел бы здесь увидеть. Опа, 25 тысяч кристаллов, кристальки прибавились, это я видел, неплохо, ну ладно, 25к пойдет, это, считайте, 1 четвертая часть синего шара, кто понял, о чем я говорю, тот красавец. 14 контейнеров у нас остается. О, фиолет, 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 фиолет. Ебой! Просто ебой! Просто как же я хотел это свечение. Как же я хотел это свечение на фреза. Это круто. Вот это просто достойно и это просто лайк. Тупо лайк. Потому что... Сейчас у нас совсем скоро, я думаю, что уже появится моя излюбленная, излюбленная мною именно таким кислота на моем аккаунте, но ну, я думаю, что скоро турнирчик-то будет, мы, ну, на эти каточки выиграем, я думаю, если получится, конечно же, но не будем забегать вперед, то именно-таки с данной краской я просто мечтал этого ядовитого фреза иметь, плюс у меня ядовитый цвет, если не ошибаюсь, есть еще на страйкере, нет, ядовитого у меня на страйкер нету, я тут уже немножко размечтался, но в общем и целом я могу сказать, что это очень круто, это круто, и это, наверное, одно из самых интересных и достойных свечений вообще, которое могло бы дропнуть мне сегодня именно таки с контейнеров. Но я надеюсь, что на этом мы еще не заканчиваем, потому что 13 контейнеров у нас еще остается, а это значит, что еще какое-нибудь свечение может быть дропнет. Ну, потому что, ну, с 30 контейнеров. Алло, Вася, с 30 контейнеров ничего не дропнет. Но это будет явно не по аппетиту, не по нагибу. 125 двой... э, какой двойной защиты ремкомплектика нам падает. еще 125 двойной защиты. Ух ты! Нифига себе! Что это? Краска щупальца? А что это за краска? Офигеть, вот этого, давно я не видал, ребяточки, золотого свечения у себя на аккаунтике И вот такую аппетитнейшую красочку мы какую-то дропаем, выбиваем Сейчас зачекаем, что это вообще такое, я такого не видел Ребят, кто знает, что это за краска? Офигеть Ну, не сказать, что она прям очень крутая, что, блин, я безумно-безумно рад этому всему стечению обстоятельств Но, прикольно, прикольно в общем и целом могу сказать, что довольно-таки прикольно. И как та краска, которая, блин, ну, она явно какая-то уникально новая, я, я бы сказал, осьминоги какие-то, щупальцы осьминоги. Я такой краски не видел еще. Может быть, вы видели, а я ее вижу впервые круто круто с 30 контейнеров вер вернее с 20 с 20 уже мы выбили красочку и выбили свечение неплохо неплохо достойно я даже думаю что сейчас нам уже ничего не будет дропнуть хорошего но ну, 5 золотых это неплохо голды нам никогда лишними не бывают еще 50 батареек лучше бы голды конечно дропнули я был бы еще бы рад 125 двойного урона 125 двойного урона но ну, это прям вообще удивили меня 125 ускорений. И три контейнера у нас остается. Давайте просто быстренько. Ну что-нибудь. Ну, ну хоть не белое. Ну хоть упади что-нибудь нормальное. Ну пожалуйста. Ну опачки. Что? Краска Перу. Ясно, понятно. У меня еще не все футбольные краски. Сколько этих футбольных красок вообще имеется? Боже ты мой. Сколько этих футбольных красок? Зачем мне они вообще нужны? Где они вообще? Где у нас они имеются? Вот, вот, вот зачем мне столько этих красок? Ну они вообще, ну раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать футбольных красок у меня уже имеется. Боже ты мой, зачем вы мне их вообще даете? Просто сбиваете мои хорошие, отлично нагибаторские контейнеры. Ну и последний мы открываем и 125 двойного урона. Ну я бы не сказал, что данное открытие было каким-то там безумно крутым, но все же за последнее время мне не падало точно золотое свечение, я имею в виду какие-то анимированные новые краски. И то, что сейчас мне дропнула такая вот красочка, которую я даже к слову не видел и не знал, это достойно, как по мне. И я думаю, что это тупо лайк. Тупо лайк с вас. И, конечно же, ребят, не забываем про конкурс на боевой пропуск, подписочка лайкосик плюс комментарий в описании. И как только 300 лайкосиков у нас набирается, сразу мы делаем э, розыгрыш данного боевого пропуска. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я полетел уже записывать новый видосик с новым аккаунтом и с новым эпичнейшим нагибчиком. Да-да, это будет крутой нагибчик. Всем пока, ребят.